Так, ребята, вот моя сумочка. Извините за посторонние звуки и шумы. Вот, я сейчас буду складывать вещи и все далее. В этой сумке несколько отделов. Вот, несколько. Поэтому я буду складывать по-разному, тем более у меня еще есть рюкзак. Первое, то, что я бы хотела сложить, это, конечно же, пижаму, то есть как бы без нее не следующее. Это, конечно, без разговора, на моя любимая кофта и джинсы. Хочу рассказать вам про вот эту вот прекрасную кофту, вернее курточку. Я вам в самом начале о ней говорила. Вот, и я ее тоже обязательно беру. Возможно, ключи, если захочу. Да, ребят, я уже поместила туда то, что надо. Сейчас мы можем быть игрушкой, потому что она сказала мне, что я смотрю. Пока что для меня только концов. Я сниму вторую часть, потому что это видео и так уже.